Всем привет! У нас продолжается dot .next, и сейчас вы услышите доклад «Архитектурные тесты». Докладчик у нас Андрей Ганичев. Он довольно давно в разработке, но софтверной разработкой занимается только как раз последние лет шесть. И, как вы можете понять из темы доклада, Андрей интересуется архитектурой и DDD. Перед тем, как передать ему слово, смотрите, вот у нас здесь QR-код. Туда можно задавать вопросы в Telegram-чат. Также мы будем давать микрофон в зале. Будем стараться чередовать вопросы, чтобы у всех было одинаковое время. Ну и слово Андрею. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Андрей Ганичев. Я разработчик компании Dodo Engineering. Как уже сказал Гури, сегодня мы обсудим с вами такую штуку, как архитектурные тесты. Я думаю, многим из вас знаком этап в жизни большого проекта, когда работать с ним становится тяжело. Новые фичи добавляются медленно и только усугубляют положение. Мотивация и производительность команды падает. У такого явления могут быть разные причины. И часто, такая, и часто мы приходим в такую ситуацию не в какой-то конкретный определенный момент времени или из-за одной глобальной ошибки. Чаще всего это является результатом длительного процесса и большого количества локальных неверных решений. Как я уже и сказал, причины могут быть разные. Сегодня мы остановимся на одной из них, а именно архитектурные тесты. А именно деградация архитектуры и рассмотрим инструмент, который поможет нам этого избежать, такой как архитектурные тесты. Цель сегодняшнего доклада ⁇ это познакомить вас и по-хорошему зародить самой концепции архитектурных тестов. А как именно их реализовывать и до какой глубины тестировать архитектуру, каждый сможет решить сам. В первой части доклада мы поговорим о самой архитектуре, что это такое, почему она важна. Дальше обсудим причины, по которым архитектура приходит в упадок, и рассмотрим способы этого избежать. В следующей части мы перейдем к одному из видов инструментов для избежания деградации архитектуры, к архитектурным тестам. Рассмотрим саму идею, подробно разберем варианты реализации и существующие для этого библиотеки. Ну и в конце подведем итог. Для начала разберемся в том, что же такое архитектура. Существует разное определение этого термина. Мы начнем с цитаты Роберта Мартина. Архитектура — это форма, которая образуется делением на компоненты, их организация и способы взаимодействия между ними. Это определение интуитивно кажется понятным. На ум сразу приходят квадраты и стрелки, а также такие слова, как верхнеуровневый, абстрактный и другие. Однако, как доходит до дела, возникает вопрос, а какие именно квадраты и стрелки должны быть изображены на нашей диаграмме? На помощь приходит определение от Ральфа Джонсона, Ральф, один из банды четырех авторов популярной книги о паттернах проектирования. На вопрос о том, что именно должно быть отображено на архитектурной диаграмме, он отвечает ⁇ Покажите нам то, что важно. Архитектура ⁇ это о важных вещах, чем бы они ни были. Согласен, звучит несколько абстрактно для того, чтобы использовать на практике. Но давайте разберемся подробнее. Программное обеспечение создается для решения задач бизнеса. А значит, бизнес или функциональные требования важны и, безусловно, влияют на архитектуру. Кроме бизнес-требований существуют еще атрибуты качества или нефункциональные требования. К ним относят производительность, безопасность, масштабируемость, тестируемость, модульность и многие другие. В разных проектах важными являются разные нефункциональные требования, и это должно находить отражение в архитектуре Ральд Джонсон приводит такой пример. Чаще всего база данных рассматривается как неотъемлемая часть архитектуры. Однако, например, медицинская система, анализирующая изображение, безусловно, может использовать базу данных, но не рассматривать ее как важную часть архитектуры. Потому что основная сложность и важность системы заключена в логике анализа, но не хранения. Таким образом, исходное определение мы можем дополнить. Архитектура описывает те компоненты и способы их взаимодействия, которые важны для выполнения конкретных функциональных и нефункциональных требований. Теперь обсудим, почему же архитектура так важна. Мартин Фаулер в одной из своих статей показывает, почему внутреннее качество в целом и архитектура в частности важны, несмотря на то, что не осязаемы для конечного пользователя. В этой статье он приводит такую зависимость. Здесь по оси Х расположено время, а по оси Y откладывается общий объем функционала. Вот что происходит, если внутреннее качество принесено в жертву. Сначала все идет хорошо, и явно виден прогресс со старта. Однако, чем дальше, тем сложнее становится добавлять новый функционал, и скорость разработки падает. Если предварительно уделить внимание архитектуре и заложить фундамент для внутреннего качества, падение скорости разработки можно сделать не таким э, серьезным. Конечно, это приводит к замедлению скорости поставки на первых этапах, однако на длинной дистанции высокое внутреннее качество выигрывает. Итак, допустим, мы вовремя прочитали статью Фаулера и перед стартом разработки спроектировали и задокументировали архитектуру, которая удовлетворяет всем функциональным и нефункциональным требованиям, Гарантирует ли это безбедное будущее для нашего проекта? К сожалению, нет. Дело в том, что в реальном мире архитектуре приходится иметь дело с постоянными изменениями, причем как внутренними, так и внешними. Архитекторы или разработчики проектируют архитектуру, а потом отдают ее в реальный и непредсказуемый мир, полный противоречий и изменений. Давайте рассмотрим причины таких изменений. Во-первых, могут меняться сами бизнес-требования. Новый функционал добавляется, текущий дорабатывается или как-то пересматривается. Во-вторых, изменяются нефункциональные требования. Например, выход закона о защите персональных данных существенно повышает важность такого требования, как безопасность. Добавление большого количества разработчиков в команду повышает важность таких требований, как модульность и поддерживаемость. Помимо изменений внутри команды или бизнеса, также постоянно происходят изменения технических веяний. Можно просто представить, насколько сильное влияние на разработку оказало распространение контейнеризации или же посмотреть на то, как изменился .NET за последние годы. И, наконец, меняется понимание архитектуры у самих разработчиков. На этом пункте я бы остановился подробнее. Обратимся к еще одному определению архитектуры, Архитектура ⁇ это коллективное понимание того, как устроена система. Интересная и важная точка зрения. Получается, архитектура ⁇ это не то, что было однажды спроектировано и задокументировано, а то, как ее понимают разработчики, которые имеют с ней дело каждый день. Возможно, однажды была заложена подходящая по всем требованиям архитектура, но в данный конкретный момент времени система живет и развивается согласно того понимания или понимания, которое есть у текущей команды. Конечно, сейчас распространена такая практика, как Architecture Decision Records. Это документы, которые фиксируют важные решения, их контекст и последствия. Однако само ведение АДР не гарантирует то, что эти решения не будут нарушены в дальнейшем. Получается, под действием всех вышеописанных сил архитектура вынуждена меняться. Если эти изменения происходят случайным образом, бессистемно, то архитектура деградирует. Под деградацией надо понимать отклонение от конкретных нефункциональных требований. Получается, чтобы эволюционировать архитектуре, необходимо при этом сохранять все важные функциональные и нефункциональные требования. То есть прежде чем эволюционировать, надо, собственно, зафиксировать то, что должно остаться неизменным. В такой формулировке это звучит очень похоже на эффект страховочной сети, которую нам обеспечивают автоматические тесты. Фиксация бизнес-правил в тестах позволяет нам смело рефакторить и останавливает нас до того, как мы изменим предполагаемое поведение. Тогда давайте пойдем тем же путем и разработаем набор конкретных правил, соблюдение которых обеспечит нам э, выполнение всех э, нефункциональных требований. И в процессе развития системы мы будем проверять, что эти правила выполняются. Если разработчик сделал изменения, которые не противоречат указанным правилам, мы считаем, что архитектура не нарушена и продолжит обеспечивать все важные нам характеристики. Такор набой правил такой набор правил в книге Building Evolutionary Architectures называется фитнес-функциями. По сути, фитнес-функции составляют защитный механизм для нефункциональных требований к конкретной системе. Существует большое количество э, нефункциональных требований, и тестирование и мониторинг некоторых из них, таких как производительность, масштабируемость, юзабилити, э, являются довольно распространенной практикой Сегодня мы остановимся на менее распространенных для тестирования требованиях, таких как модульность, поддерживаемость, модифицируемость и тестируемость. То есть тех требованиях, которые во многом определяют сложность системы и помогают ей управлять. Среди них я бы особенно отметил модульность, которая по большому счету делает возможными все остальные перечисленные характеристики. Прежде чем разобраться, как мы будем контролировать архитектурные правила, давайте разберемся, что именно мы будем контролировать. И сформулируем набор таких правил для известных архитектурных паттернов. Начнем с трехслойной традиционной архитектуры. Все слоеные архитектуры используют абстракцию слой для управления зависимостями. Слой — это логическая группа компонентов, которые предъявляются единые правила. Когда мы говорим, что слой А зависит от слоя Б, это значит, что любая сборка из слоя А может иметь зависимости на сборке из слоя Б, но не наоборот. Трехслойная архитектура выделяет слои пользовательского интерфейса, бизнес-логики и доступа к данным. Данный паттерн предполагает направление зависимости строго, строго сверху вниз. Теперь рассмотрим набор конкретных правил которые должны выполняться, чтобы наша архитектура соответствовала ожидаемой. Во-первых, слой пользовательского интерфейса не должен зависеть от слоя доступа к данным. Слой бизнес-логики не должен зависеть от пользовательского интерфейса. Слой данных не должен иметь зависимости на другие слои. Кроме этого, важным требованием является инкапсуляция слоев. Общение между слоями должно производиться через строго определенный интерфейс. Почему я так подробно останавливаюсь на таком довольно известном, распространенном паттерне? Дело в том, что я хочу показать, что только формальные проверки, а не общая фраза зависимости направленной сверху вниз, впоследствии позволит автоматизировать проверки данных правил. Получается, что если набор данных правил выполняется, то мы можем сказать, что наша архитектура соответствует ожиданиям, ожидаемой и обеспечивает важные для нас характеристики. Рассмотрим по такому же принципу другие паттерны. Трехслойная нестрогая архитектура является вариацией предыдущего шаблона и отличается только тем, что слой пользовательского интерфейса может напрямую зависеть от слоя данных. Если рассмотреть это изменение с точки зрения влияния на нефункциональные требования, то мы повышаем производительность за счет того, что исключаем походы через бизнес-логику, но снижаем поддерживаемость, потому что теперь от слоя данных зависит не один слой, а два. Это я все к тому, что переход от одного паттерна к другому должен быть оправдан. И снова акцентируем внимание на тех ограничениях, которые предполагает данная архитектура. Бизнес-логика не должна зависеть от слоя пользовательского интерфейса. Слой данных не должен иметь зависимости на другие слои. И общение между слоями должно производиться через строго определенный интерфейс. И последнее — это Vertical Slice Architecture. Если в предыдущих шаблонах э, разбиение по модулю, по слоям производилось исходя из технических критериев, то в данном случае слайсы, они же компоненты, формируются так, чтобы э, предоставлять законченный бизнес-функционал. А слои уже существуют логически внутри этих слайсов. Рассмотрим ограничения данной архитектуры. Во-первых, слайсы, они же компоненты, не могут зависеть друг от друга, и обращение к компоненту должно производиться через строго определенный интерфейс. Хорошо, допустим, мы проанализировали все функциональные и нефункциональные требования и выбрали один из паттернов. Каждая из архитектур имеет свои достоинства и недостатки. Сейчас речь не о них. Сейчас нам нужно ответить на вопрос как именно контролировать вышеописанные ограничения. Или, под другими словами, как реализовать те самые фитнес-функции, которые, бы, которые бы держали нашу архитектуру в форме. Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим, какие вообще инструменты имеются в нашем распоряжении. Во-первых, это компилятор, во-вторых, код-ревью, а также статические анализаторы и архитектурные тесты — тема сегодняшнего доклада. Эти способы мы будем оценивать, исходя из следующих критериев. Степень автоматизации, быстрота фидбэка и скоп возможных проверок. Компилятор предоставляет, это, естественно, автоматическая проверка, и предоставляет наиболее быстрый фидбэк. Но он обеспечивает очень маленький скоп возможных проверок, по сути предоставляет нам только ключевое слово internal с помощью которого мы можем откапсулировать логику в конкретном в конкретной сборке и соответственно в конкретном слое главный недостаток код ревью это в том что это является ручной проверкой а значит медленный фидбэк и вероятность допустить ошибку можно вспомнить насколько вы внимательны просто когда вам предносят огромный pull request на проверку но при этом главное достоинство — это же, конечно, огромный скоп возможных проверок. От нейминга до качества дизайна все это может быть проверено на ревью. Вообще, в целом, конечно, нужно стремиться к автоматизации проверок, так как это, во-первых, снижает нагрузку на людей. То есть если мы автоматизируем какие-то рутинные действия, то высвободим э, человеческие ресурсы для каких-то более творческих какой-то более творческой деятельности. И последнее. Статические анализаторы и архитектурные тесты имеют похожие характеристики в нашей классификации. Во-первых, оба этих варианта являются автоматическими проверками. Также они обеспечивают достаточно быстрый фидбэк, но тем не менее все-таки проигрывают компилятору. И предоставляют достаточно широкий скоп проверок, но не такой, конечно же, как у код-ревью. Статические анализаторы — достаточно распространенный инструмент, которому посвящено уже много докладов, и он часто используется. Мы их коснемся только в конце немного, а сейчас концентрируемся непосредственно на архитектурных тестах. Мы посмотрим их на демо-проекте. Для начала вкратце рассмотрим его архитектуру. Демо-проект представляет собой приложение для ведения списка дел и построен с использованием архитектуры модульного монолита. Имеет два модуля — задач и напоминаний. В модулях используется чистая архитектура, которая предполагает три или более слоев. В нашем случае это доменный слой, слой бизнес-логики уровня приложения, он же application layer, и инфраструктурный слой. Зависимости в такой архитектуре направлены строго в центр. Слой пользовательского интерфейса один на все модули, и представлен REST API. Единственная его задача — это получить запрос от пользователя и перенаправить его выполнение в один из модулей. Общение между ними производится строго через интерфейс модуля, через его контракты. Обработка этих запросов инкапсулирована в проекте Internals. Инфраструктурный слой представлен проектами доступа к данным, шине сообщений и для синхронного общения между модулями. Синхронное общение между модулями также реализуется строго через контракты модуля. Теперь э, перейдем непосредственно в код и посмотрим, как выглядят на практике архитектурные тесты. Посмотрим на solution. Здесь мы видим наш REST API. Мы видим наш REST API э, модули, уведомлений, задачи. В каждом модуле мы видим слой доменный, два проекта, слой Application и инфраструктурные проекты. Теперь перейдем к самим архитектурным тестам. Они выполняются в виде обычных автоматических тестов с использованием привычных нам фреймворков для юнит-тестирования. В данном случае это XUnit. Если все тесты проходят, то мы можем сказать, что архитектура нашей форме и соответствует нашим ожиданиям. Заглянем внутрь тестов, что мы здесь увидим Здесь есть э, все те проверки, которые раньше мы видели только на диаграммах. Теперь они э, закодированы и их собственно контроль автоматизирован. Здесь есть проверки, начинается все с тестов на общение между модулями. И проверяется то, что домен не должен иметь зависимости на другие модули. Слой application не должен иметь зависимости на другие модули. В инфраструктуре также не должно быть зависимости на другие модули, кроме проекта Gateway для синхронного общения или Message Bus для асинхронного общения между модулями, так как они должны использовать контракты. И как раз то ограничение, что Твои и MessageBus э, не должны использовать ничего, кроме контрактов, проверяется в следующем тесте. Далее э, проверяется то, что REST API проект не должен иметь зависимости ни на что, кроме контрактов модуля. Как и было отмечено на диаграммах, все общение с ними идет через строго определенный интерфейс. Оставшиеся три теста проверяют правила взаимодействия слоев э, внутри модуля, Та самая чистая архитектура и направление э, зависимости вовнутрь. Домен не должен иметь зависимости на Application Layer, домен не должен иметь зависимости на инфраструктуру, и Application Layer не должен иметь зависимости на инфраструктуру. Соответственно, если какое-то из этих ограничений нарушается, то тест это нам покажет. Давайте посмотрим, как это работает на деле. Допустим, у нас в домене задач мы добавили зависимость на домен другого модуля, что противоречит нашей архитектуре. Добавили зависимость и, соответственно, зареференсили проект домена. Теперь перейдем в тесты и запустим их. Видим, что один из тестов упал, как раз контролирующие правила зависимости домена. Домен не должен иметь зависимости на другие модули. Давайте теперь посмотрим, что нам показывает сообщение об ошибке. Вообще сообщение об ошибке зависит от той библиотеки, которую используется для реализации. В данном случае это ArcUnitNet. Библиотека мы э, обратимся чуть позднее. Сейчас обратим внимание именно на саму ошибку. Здесь э, на практически в нормальном английском языке говорится, что тип задачи из домена задач имеет зависимость на тип phone number из домена уведомлений, что, собственно, и нарушает наше архитектурное правило. Вот в этом-то и состоит вся суть архитектурных, суть и прелесть, я бы сказал, архитектурных тестов, том, что мы спокойно можем реализовывать свои задачи и не, бояться, и не боимся сделать ошибку, которая противоречила бы нашей архитектуре. Причем такую ошибку можно сделать как по незнанию архитектуры или непониманию, так и, например, случайно выбрав не ту зависимость из списка, который нам предлагает IDE. Если бы я сделал такую ошибку из-за непонимания архитектуры, то архитектурные тесты, являются отличным местом, чтобы, собственно, начать изучение этой архитектуры, так как в каждом тесте прописано какое-либо какое ограничение, которое эта архитектура накладывает. Теперь обратимся подробнее к реализации тестов. Откроем один из них. Вообще э, библиотеки для реализации архитектурных тестов построены на анализе типов и их зависимостей. И по сути тест состоит из э, трех частей. Сначала мы указываем, что именно мы хотим анализировать. То есть здесь мы говорим, что типы. Далее прописываем одно или более условий для фильтрации. В данном случае мы говорим, что нам нужны типы, которые принадлежат инфраструктурному слою определенного модуля которые при этом не находятся в проектах Gateway или MessageBus. И в конце мы прописываем проверку, которую делаем. В данном случае API библиотеки предлагает нам нужную проверку. Если в API нужной проверки нет, мы можем просто получить отфильтрованные типы и проверить их вручную. Этот вариант мы рассмотрим чуть позднее. В конце мы вызываем метод чек, это по сути равносильно ассерту. Так проверяется конкретное архитектурное правило. Здесь используется хорошая фича библиотеки для архитектурных тестов. Мы можем выносить отдельно в свойства или методы предподготовленные правила для фильтрации каких-то типов. Например, мы здесь отфильтровываем типы инфраструктурного слоя. Я вынес эти правила в отдельный класс. Здесь мы видим, собственно, список модулей, выборка для публичного интерфейса модулей. Дальше идут выборки по слоям. Домен, application, infrastructure и presentation layer. Соответственно, мы здесь фактически имеем своего рода документацию. Мы говорим, что у нас есть модули, что у нас есть слои. Мы видим, как проекты в solution мапятся на эти слои и модули. А в самих тестах мы видим правила, которые накладываются на модули, слои или же отдельные классы. На мой взгляд, именно такой тип архитектурных тестов, контроль зависимости между модулями и слоями, являются наиболее ценными. Однако возможности архитектурных тестов этим не ограничиваются. Например, если бизнес-логика в том домене, в котором реализуется приложение, достаточно сложна, то... Доменный слой может быть выполнен с использованием паттерна domain model. Часто для его реализации используются тактические паттерны domain-driven design. Так вот, каждый из них это такие как value object, entity, агрегат, доменные события и другие, каждый из них налагает, накладывает те или иные ограничения. Так вот, их также можно, и, я бы сказал, нужно контролировать в архитектурных тестах. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Они вынесены в отдельный фикче. И вот какие здесь проверки можно было бы сделать. Доменные события должны быть неизменными. Типы значения должны быть неизменными. Сущности не должны иметь публичных сеттеров. Сущности, которые не являются корнями агрегата, не должны иметь публичных методов. И доменная модель не должна иметь вложенных типов. Посмотрим подробнее одним из них. Требование того, что сущность не должна иметь публичных сеттеров, помогает защитить, защитить инварианты и сохранить инкапсуляцию сущностей. Здесь э, тот пример архитектурного теста, когда мы напрямую выбираем свойства. То есть не заходим, как до этого, со стороны типов, а прямо выбираем свойства. Далее фильтруем, мы говорим, э, дай нам свойства, которые объявлены в доменном слое. И, как и прежде, описываем правила, которые применяем. В данном случае это правило и требование того, что эти свойства не должны иметь публичных сеттеров. Раз, теперь рассмотрим пример, когда библиотека не предоставляет нужного нам API. Этот тест, то, что сущности, это паттерн, один из паттернов DDD, не должны иметь в публичных методах, если они не являются корнями агрегата. Дело в том, что э, обращение идет э, от э, Application Layer, идет именно через э, корни агрегата, которые уже дальше внутри себя инкапсу, инкапсулируют логику, и э, те сущности, которые э, входят в агрегат, э, не должны э, как-то модифицироваться напрямую. Так вот здесь мы также берем типы, которые являются сущностями которые не являются корнями агрегата, и получаем их. И дальше, за неимением конкретного метода в API-библиотеке, мы просто их проверяем на нужные нам правила. Данный тест уже... Далее мы проверяем просто библиотекой Fluid Assertion, что коллекция отфильтрованная, пуста. Здесь также будет читаемая ошибка, которая укажет конкретный тип, в котором не соблюдается данное правило. В этом тесте также э, используется э, подход, когда мы выносим группировку определенных типов и даем ей какое-то имя. Рассмотрим э, этот класс. Э, в нем, собственно, перечислены эти э, предварительно подготовленные правила группировки. И, собственно, они описывают во многом и документируют нашу доменную модель. Мы говорим, что у нас есть события, э, типы значения, сущности, корни агрегата. То есть мы говорим, какие именно паттерны мы используем, плюс видно, как эти паттерны идентифицировать в коде, что тоже, на мой взгляд, является очень удобно и своего рода документирует доменную модель. Итак, мы рассмотрели тесты на правила зависимостей между слоями и модулями, а также правила... И тесты, которые можно написать для доменной модели. Но э, можно также протестировать э, некоторые ограничения и на уровне application. Давайте их посмотрим. Э, application layer реализован в данном проекте с использованием медиатор э, э, библиотеки. Получаются, контракты э, являются реквестами э, в терминах данной библиотеки, а логика их обработки э, реализована в реквест-хендлерах. Эти э, сущности также отмечены э, отдельными свойствами и э, описано правило их выборки из, нашего, из, из нашей кодовой базы. Рассмотрим, какие тесты здесь могут быть. Обработчики запросов не должны, должны быть публичными. Обработчики запросов должны быть запечатанными. Обработчики не должны, должны иметь соответствующий постфикс, то есть проверяются правила именования. Дальше правила для запросов. Запросы должны быть неизменяемыми и должны иметь соответствующий постфикс query или команд. На мой взгляд, самым важным из этих тестов является проверка того, что обработчики не должны быть публичными. Этим достигается инкапсуляция логики обработки внутри слоя application. Здесь используется ровно та же логика. Говорим, что именно нам нужно, прописываем правила фильтрации и прописываем то правило, которое мы проверяем. Здесь, конечно, проверяется еще и нейминг, что не сказать, что сильно имеет отношение к архитектуре. Но в целом я хотел показать скоб возможных проверок, да и зафиксировать это однажды и потом не бояться опечаток тоже может быть не такой уж плохой идеей. Итак, мы рассмотрели архитектурные тесты на практике. Теперь давайте вернемся в презентацию. Архитектурные тесты в демо-проекте реализованы с использованием библиотеки ArcUnitNet. Здесь представлен ее адрес на гитхабе. Она имеет 321 звезду и в целом неплохо развивается в последнее время. Последний комит 11 ноября. Ее альтернативой является библиотека NetArcTest. Судя по звездам, она чуть более популярная, однако в последнее время мало комитов. последний пять месяцев назад был. Обе они, по сути, считают своим прародителем Java-библиотеку ArcUnit, в которой первоначально была реализована идея архитектурных тестов. Также обе, 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 эти библиотеки используют для анализа сборок пакет из проекта Mono, пакет Mono Cecil. Несмотря на то, что NetArcTest имеет больше звезд, мне в использовании больше понравилась ArcUnit.net. Рассмотрим ее достоинства. Во-первых, есть документация. Во-вторых, у нее более понятный результат вывода, вывод результата теста. Как мы и видели, все довольно читаемо и конкретно указывает на проблему. Также эта библиотека из коробки поддерживает концепцию слайсов и предоставляет два правила для их проверки: это то, что слайсы не должны иметь зависимости друг от друга, а также что они не должны иметь круговых зависимостей альтернативный вариант. Кроме этого, тоже, как мы видели в данном проекте, библиотека позволяет строить правила напрямую для свойств и методов, а не только для типов. Также важной штукой является то, что поддерживает регулярные выражения при выборке типов по namespace. Очень удобно, и в демо-проекте это повсеместно используется. И интересной фичей является то, что можно правила генерировать из диаграмм plant.uml. Plant.uml — это инструмент для создания диаграмм как текста. Соответственно, вы можете создать диаграмму, потом этот файл предоставить для библиотеки, и она проверит на правила, описанные в диаграмме, вашу архитектуру. Эту же диаграмму теоретически можно использовать там в Redmi, чтобы у нас был один источник правды и для правил, и для людей, которые читают документацию. Также я хотел отметить, что несмотря на то, что есть библиотеки для написания архитектурных тестов, и в целом они упрощают жизнь, их использование не является обязательным. Например, впервые в Дода мы реализовали архитектурные тесты в бэкэнде кофейного стартапа Drinkit. Там у нас модульный монолит. И в первую очередь нас интересовали правила для контроля зависимости между слоями и модулями. А какие-то изощренные выборки и встроенные правила не так нам были нужны. Поэтому мы просто реализовали код, который проходится по проектам Solution, формирует коллекцию э, объектов такого типа. У них есть имя, слой, к которому относится. И главное, у них есть внешние и внутренние с точки зрения модулей зависимости. Вот их-то мы и анализировали. Мы просто смотрели, какие зависимости допустимы и какие нет. Таким образом, библиотеки это, конечно, хорошо и упрощают жизнь, но, в принципе, можно обойтись и без них. Главная ценность вот, в самой идее, что архитектуру мы можем автоматизированно протестировать. Подводя небольшой промежуточный итог, что мы получаем от архитектурных тестов? Во-первых, это автоматизация и гарантия того, что архитектура соответствует нашим ожиданиям. Во-вторых, как и любые автоматические тесты, это живая документация. Мы с вами в тестах видели э, те концепции, которые используются у нас э, в архитектуре. Это модули, слои. Также видели те паттерны, которые используются для реализации доменной модели. Первые два пункта здорово помогают в случае совместного владения кодом, когда команда может прийти в незнакомый сервис для реализации части какой-то комплексной задачи. И если овнеры этого сервиса предварительно озаботились и написали архитектурные тесты, этим они облегчают задачу как контрибьюторам, так и облегчают себе жизнь, снимая с себя часть ручных проверок. Также архитектурные тесты позволяют использовать подходы тест driven development даже к эволюции архитектуры. Допустим, мы решили, что у нас будет в архитектуре какое-то новое правило. Мы пишем на него тест, и потом рефакторим кодовую базу до того, как этот тест не станет зеленым. Также я считаю, что архитектурные тесты ⁇ это прекрасное дополнение к Architecture Decision Record, который я упоминал ранее. Тесты помогают контролировать, что какое-то решение не будет нарушено впоследствии. Но ADR содержит в себе контекст принятия решений и вообще какие-то подробности, чего, конечно, не найдешь в тестах. Так что вместе эти два инструмента прекрасно работают. Мы, разработчики, часто копируем существующие решения. И в целом это нормально. Главное скопировать правильное решение. Так бывает, что в одном проекте похожие задачи могут быть спроектированы по-разному. Так вот, архитектурные тесты показывают, как именно должно выглядеть правильное в данном контексте решение. И последний небольшой такой психологический, можно сказать, момент. Допустим даже если вы прекрасно разбираетесь в архитектуре, всегда часто бывает, что по каким-то объективным или субъективным причинам хочется написать какой-то костыль. Так вот, теперь не только надо договориться с совестью, чтобы его написать, собственно, также нужно задокументировать тест, который упадет от вашего костыля. А мне кажется, задокументировать тест — это посерьезнее нарушение. Что касается недостатков — что здесь можно выделить? На мой взгляд, основным является то, что возможно придется использовать паттерн-маркер-интерфейс. Суть этого паттерна в том, что создается пустой интерфейс, и просто с целью, его основная цель это пометить реализующие его классы. Допустим, у нас в тестах необходимо проверить какие-то объекты, но типы этих объектов не исходя из логики приложения не имеют никаких общих базовых классов или интерфейсов. Так вот, мы можем создать такой э, маркер-интерфейс и разметить эти типы, чтобы потом их выбрать в тестах. Альтернативным вариантом является использование кастомных атрибутов для такой же разметки, но мне кажется, это решение примерно одинакового порядка. Дальше перейдем скорее не к недостаткам, а к ограничениям архитектурных тестов. Тесты являются атомарными и не учитывают контекст. В целом атомарность — это хорошо. Мы проверяем конкретное, единственное э, правило архитектуры. Но э, иногда нам э, желательно иметь что-то большее. Пример. Допустим, мы написали тест на правила взаимодействия между модулями, что у нас проект Gateway э, может обращаться к контрактам другого модуля. И наши тесты могут проходить. Но Тест на это ограничение не покажет нам э, тот момент, когда общение между модулями стало слишком тесным, что может свидетельствовать о неверных границах, проведенных между модулями. Э, соответственно, архитектурные тесты тут бессильны. Здесь как раз э, нам не уйти от ручных проверок. И ручные проверки как раз должны быть э, направлены на более тонкие э, ограничения архитектуры. Плюс... Архитектурные тесты не помогут нам тестировать правила взаимодействия микросервисов. Единственное, мы можем косвенно проверить, что, например, наш тестируемый микросервис использует какое-то ограниченное количество зависимостей из других микросервисов. Если правила взаимодействия формализованы, мы можем выбрать контракты и, например, посчитать, сколько методов другого микросервиса используется. Далее поговорим о том, что, как я уже и сказал, Архитектура вынуждена изменяться в изменчивом окружении. И разработчикам и архитекторам всегда приходится балансировать между часто противоречивыми, нефункциональными требованиями. Поэтому вынуждены изменяться и те самые фитнес-функции, или в нашем случае архитектурные тесты. Например, допустим, у нас есть трехслойная архитектура, и все больше и больше возникает задач для построения отчетов и все больше и больше э, запросов идет через бизнес-логику, просто чтобы получить данные. Э, но при этом, э, то есть в какой-то момент времени, э, возможно, стоит пересмотреть архитектуру, чтобы облегчить выполнение таких задач. При этом архитектурные тесты не смогут нам, э, точнее, ограничат возможности разработчиков, чтобы они не добавили какую-то зависимость э, и не перешли к нестрогой архитектуре в рамках выполнения очередной задачи по отчетам. Соответственно, архитектурные тесты подтолкнут нас к более системному подходу пересмотра архитектуры, чтобы новое решение взвесить с точки зрения разных нефункциональных требований. Так вот авторы книги Building Evolutionary Architecture предлагают такой алгоритм пересмотра архитектурных фитнес-функций. Сначала мы смотрим на все существующие фитнес-функции и проверяем их актуальность. Далее рассматриваем, даже если фитнес-функция актуальна, нет ли способа реализовать ее более эффективно. И, наконец, рассматриваем возможность добавления новых фитнес-функций. Возможно, появились какие-то важные нефункциональные требования, которые стоит протестировать. Теперь, когда мы рассмотрели архитектурные тесты на практике, обсудили их достоинства и недостатки, вернемся к вопросу об альтернативах. Ранее мы уже рассмотрели по общим критериям э, такие альтернативы, как компилятор и код-ревью. Э, теперь э, давайте рассмотрим конкретные инструменты. Э, прежде, э, прежде чем мы перейдем к этому, э, давайте э, поймем, на каком уровне абстракции работают наши архитектурные тесты. Для этого обратимся к модели C4, которая позволяет э, моделировать архитектуру. Она выделяет несколько слоев абстракции. На самом верхнем у нас э, целая система. Система состоит из контейнеров. В данном случае не имеет отношения к докеру, а контейнером, под контейнером понимается э, запущенное приложение как часть всей системы. Например, бэкенд веб-приложение или база данных, или мобильное приложение являются э, в этой модели контейнерами. Контейнеры состоят из логических компонентов, компоненты — это в нашем случае как раз модули и слои, можно их рассматривать. И на самом низком уровне — код. Архитектурные тесты работают именно на двух последних уровнях — это код и компонент. Начнем с кода. В данном случае на этом уровне Родственные анализаторы и код-анализ от райдера обеспечивают очень широкие возможности и проверки от правила реализации каких-то паттернов, нейминг, э, э, какие-то неоптимальные алгоритмы, все что угодно. Также здесь стоит отметить из инструментов статического анализа NDPend, который обладает э, тоже достаточно широкими инструментами на уровне кода. Но даже и здесь на архи архитектурным тестом, на мой взгляд, находится место. Мы видели, что мы можем проконтролировать правила реализации э, паттернов DDD именно на уровне кода. Если переходить на уровень компонентов, то э, здесь уже те же родственные анализаторы предоставляют совсем мало вариантов для проверок. Можно, конечно, реализовать э, самим анализаторы, однако, на мой взгляд, это существенно сложнее, чем э, писать э, те же архитектурные тесты. Мы видели, как они выглядят и читаются на практике. Поэтому на этом уровне я бы выделил в качестве основного конкурента именно NDPend сравним их теперь более подробнее. NDPend, Архитектурные тесты. Архитектурные тесты, как я уже упоминал, я рассматриваю их как живую документацию, которая находится в самой кодовой базе, по которым хотя бы можно начать изучение архитектуры. NDPend, в свою очередь, предоставляет огромное количество проверок из коробки. Причем проверки — это не только статические, но и динамические. Мы можем отслеживать изменения каких-то метрик со временем. Но обратной стороной огромное количество функционала в NDPend является его сложность. Даже в самой документации NDPend его называют швейцарским ножом. И как контраст простота архитектурных тестов, которые мы видели на демо-проекте. NDPend можно просто посмотреть на дашборды для какого-то legacy проекта, чтобы понять, что здесь не все так просто. Нужно разобраться со всеми метриками, нужно понять, какие нам актуальны, а какие нет. Нужно настроить какие-то трэш для них. В данном случае, конечно, архитектурные тесты со своей простотой выигрывают. Ну и, наконец, те библиотеки, которые можно использовать для архитектурных тестов, являются open-source со всеми вытекающими преимуществами. В то время как NDPEND ⁇ это платный инструмент. Если подытожить это сравнение, можно сказать, что если NDPEND уже используется и освоен в компании, то вполне можно использовать и его для реализации архитектурных фитнес-функций. Однако архитектурные тесты имеют свои преимущества, и всегда можно начать тестировать архитектуру именно с них. Давайте подводить итоги. Мы с вами вспомнили, что такое архитектура и какие к ней предъявляются требования. Дальше мы выяснили, что изменения архитектуры неизбежны, и главное в процессе эволюции сохранить важные для системы характеристики. Затем перешли к такому понятию, как фитнес-функции, и рассмотрели конкретный вариант реализации фитнес-функций, а именно архитектурные тесты. Обсудили саму идею, посмотрели реализацию, разобрали достоинства, недостатки и альтернативы. В заключение я бы хотел вернуться к тем определениям архитектуры, которые я использовал в рамках доклада. Во-первых, это определение про компоненты и взаимодействие, а также про коллективное понимание. На мой взгляд, архитектурные тесты очень хорошо сочетаются с этими определениями. Во-первых, они делают явными компоненты которые есть в архитектуре, и те правила взаимодействия, которые архитектура, те ограничения, которые накладывает архитектура. А во-вторых, они способствуют э, коллективному пониманию. Я бы даже сказал, что они форсируют коллективное понимание, потому что разработчики не смогут э, закончить э, задачу и слить в общей репозитории э, с э, непроходящими тестами. По ссылке можно найти э, репозиторий, в котором реализован демо-проект. И тесты архитектурные реализованные с использованием обеих рассмотренных инструментов. Также там я перечислил те ресурсы со ссылками, которые использовал для подготовки к докладу. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Буду рад ответить на вопросы. Да, Андрей. Ну, спасибо большое за доклад еще раз. Вот и э, давайте тогда придем к вопросам. Если готов вопросы с зала, можно начать из зала. Да, ну тогда к кому достанется микрофон? Здравствуйте. У вас был изначально подход Shift Left по коду, то есть на компиляции отлавливали ошибки, когда у вас был вот этот анализатор написанный кастомный, как я понимаю, с топологической сортировкой сейчас я не понял. Смотрите, вы говорите, вы перешли на архитектурные тесты, до этого у вас был на компайл тайме А, Нет. Ну как, до этого просто проверяли на ревью, что личной зависимостей не было и какие-то. У вас там интересный скриншот был. Скриншот, скриншот. Не помнишь, где. С депенденсами. С депенденсами и с лайерами Вы говорили, у нас до этого было вот так. Вот. Вот, вот где-то здесь. Да-да-да, еще дальше. Вот это? Не-не-не, еще дальше. Что еще? Говорит, у вас было такое то Вот оно. Вперед-вперед. вперед. А! Вот оно, да. Да. Вот вы говорили, что у вас вот так изначально было, потом вы перешли на тесты. То есть вы из Shift-Left, то есть найти ошибку на этапе компиляции, перевести а, на ошибку нет, в нет, тесты. Нет. Это архитектурные тесты были реализованы просто не использованием э, каких-то библиотек, которые позволяют нам... Э, вытащить из сборок типы и проанализировать их зависимости. Мы сами э, с помощью рефлексии проходились по сборкам и строили такой объект, чтобы компилировать зависимости. А по сути это все равно запускалось в виде тех же юнит-тестов, и мы проверяли эти зависимости. Вы могли это на compile тайме сделать, у вас был бы shift-left. Возможно. А сейчас shift -raft. Shift -raft. А, хорошо. Все, в какой-то степени я могу единственное, что здесь прокомментировать, что э, э, на мой взгляд, может быть, даже лучше это делать отдельно, потому что когда мы компилируем, то, может быть, в первую очередь проверяем корректность именно своего кода, что это, как мы говорим, что он скомпилировался, то есть валидность и э, корректность, а такие высокоуровневые проверки, возможно, это обсуждаемо, но их действительно возможно лучше отделять, так как мы э, как-то в голове отделяем, есть тесты на бизнес-логику, которые мы запускаем отдельно. И корректность кода, и корректность бизнес-логики, это получается отдельные вещи, и мы их проверяем в разное время. Вот, возможно, даже так и удобнее. Так, тут э, вопрос из чата по очереди, но он, в связи с тем, что у нас сегодня, видимо, объединенная конференция, есть ли что-нибудь подобное для JavaScript? Не знаю, не искал. там есть и для JS, чисто, да, там тест. Ну, так, вопросы из зала, видимо, по очереди. Так, у меня вопрос следующий. А вот эта библиотечка, которую вы используете, она зависимости для сборок поддерживает? Потому что нередко паразитные зависимости достаточно рубануть на уровне сборок и уже сослаться на нехороший объект не получится. Я не к тому, что этим ограничиться, но по крайней мере с этого начать. Угу. Ну, это надо э, проверить э, подробнее, почитать. Этим вопросом не задавался. Потому что я понимаю там зависимость между разными слайсами, которые в одной сборке вполне себе могут сидеть. Вот. Но когда у нас, допустим, там сборочка инфраструктурная получает в качестве зависимости сборочку с доменом, ну, всем сразу все понятно, что эту зависимость добавили, нет хорошей жизни. Нет, И ну надо в, бы ее пресечь. В той же э, чистой архитектуре инфраструктура может ссылаться на домен. И плюс, если э, вы говорите про транзитивные зависимости, здесь мы анализируем не сам список зависимостей прямых, а мы анализируем то, что реально используется, то, что зависимость есть в типах. То есть, если типы используют какую-то транзитивную зависимость, то это отловится. Нет, ну на типах, то само собой половится. Просто на сборках э, многие вещи половятся еще раньше. Ну, а если. Э, э, Ничего не используется из той зависимости, которая просто подключена, то тогда она просто даже и не э, попадет. Ну, то есть в итоге будет отброшена компилятором. Ну, на самом деле не будет. Если есть прямой референс на сборку, она зараза подтянется. А, вот вся и беда. И если, так сказать, там э, обо удалось обойти каким-то образом правила зависимости для типов, то ну легко такое можно получить. Ну, вот. это можем обсудить и сейчас после доклада, но в целом э, сама зависимость, она не страшна. Страшно как бы использование типов из этой сборки, и что усложнит и нарушит архитектуру. Тут такой вопрос. Коллеги делали доклад ваш из Dado Engineering, что медиатор не нужен. Да. Так он нужен. Это, наверное, лучше у них спросить. Вот. Но даже они там, это такое название провокационное, вот. а нужен или не нужен, нельзя сказать, это как плохое и хорошее, нужно использовать инструменты там, где они подходят и дают профит. профит не дают. Вот такое тоже мнение, да. Совсем, если Можно задавать, да? У меня вопрос: насколько широко вы используете архитектурные тесты в своей организации, то есть везде или э, изредка? Пока только начали распространять, то есть получается, вот мы в одном проекте внедрили э, и на внутреннем этапе рассказали всем для популяризации подхода. То есть это же тоже не серебряная пуля. То есть их надо использовать там, где они дают реальное преимущество, особенно вот в проектах, которые э, несколько команд приходят и конtribуют туда. И правильно я понял, что вы совсем отказались от рукописного описания архитектуры, мол, э, смотри архитектурные тесты, там все поймешь. Нет, конечно. Опять же тоже все должно реализовываться так, как это будет работать. То есть архитектурные тесты покажут пальцем на ошибку и возможно там можно вот посмотреть если их реализовать так что они будут э, какие-то ну, декларативно описывать но в целом э, просто общение или документацию тоже никто не отменял спасибо так у нас вопрос из чата что самая главная проблема тестов в том числе архитектурных это не как тестировать а что тестировать и есть какие-то примеры архитектурных тестов именно из продакшена? То есть не синтетические? Как... Ну, вопрос синтетичности, он условный. Тоже вот мы в проекте с модульным моделитом их внедрили, и, собственно, они работают. Этот проект, он используется в продакшене, а те тесты, которые контролируют архитектуру, если можно сказать, то тоже работают в продакшене. Так что здесь, опять же архитектурные паттерны предоставляют нам такие, как building block, то есть то, что мы можем комбинировать. Также в той же архитектуре модульного монолита используется как слоеная архитектура, так и концепция слайсов. Тот же модуль — это можно рассматривать как большой слайс с э, строго определенным интерфейсом. Соответственно, э, беря разные паттерны и э, используя их вместе, э, то есть как бы из более маленьких и, как если назвали, синтетических вещей можно получить реально работающую архитектуру. Видимо, вопросов в зале нету, да, больше вопросов? Так, ну тогда я задам вопрос из чата. А, вот, а как раздавать архитектурные изменения по микросервисам? То есть, вот тут есть предложения, даже реализации. То есть, их нужно делать по одному шаблону. И, собственно говоря, дальше как вот в нугетах, эти тесты, вроде в это тесты не, за, не запихиваются. То есть. Не знаю, насколько хорошая идея как-то использовать э, все тесты едино, то есть тот же шаблон для э, микросервисов э, на моей практике по-разному работал, э, его же надо актуализировать э, и поддерживать в да, актуальном состоянии. Соответственно, здесь я думаю, что всегда нужно выбирать как бы то решение, которое работает. Если работает шаблон и он действительно работает и актуализируется, то я думаю разместить там тесты, э, именно которые проверяют корректность то, что шаблон соответствует ожиданиям, то почему бы и нет? Так, нету, да? А, используются ли вы анализаторы для подобных проверок, то есть вместо тестов? Нет. Ну, по крайней мере, тех вот, на тех проектах, которые я работал у нас, статические анализаторы используются, но вот на уровне архитектуры для контроля зависимости между там, модулями и слоями я такого не встречал. Понятно. А вот вообще как внедрить тесты? Вот если есть проект какой-то с нуля, мы хотим туда начинать внедрять архитектурные тесты. Есть какие-то подходы? Ну, я думаю, как и многое надо делать как-то итеративно. То есть мы можем написать тесты, которые будут как бы моделировать нашу идеальную архитектуру. А дальше, например, мы можем сначала исключить все там модули или слои из этих проверок. И потом, когда мы рефакторим модуль за модулем, мы их просто подключаем к этих проверкам. Также библиотеки предоставляют атрибут, который мы можем получать, помечать, например, классы, которые библиотека сама исключит и не будет они попадать в выборку. Тем самым можно как бы как и любой рефакторинг, мы начинаем в то в одном месте, и потом он распространяется, распространяется, и те, например, модули, которые уже попали в архитектурные тесты, будут под контролем, и их уже как бы обратно не вернутся. Понятно. Спасибо. Так, ну, у нас время подходит к концу. Предлагаю всем проследовать после доклада в дискуссию. Там можно будет задать все вопросы оставшиеся. Большое спасибо за доклад. Вот. Спасибо ну, вам.